Всем здравствуйте. У нас в ремонте Nissan Juke с задним левым ударом. Удар пришелся в нижнюю часть, поэтому бампер порвало, деформировалось крыло. Уменьшился зазор между задним крылом и дверью. Единственное, что не пострадало, это фонарь. После того, как установили машину на стапель и сняли бампер, увидели всю серьезность повреждения панели задка. Она очень сильно помята и вдавлена вовнутрь. Если посмотреть с правой стороны, где не было удара, то понятно, как должна выглядеть панель после рихтовки. Это вид из багажника. Панель задка вплотную подошла к брызговику колеса, в то время как по размерам там расстояние почти 12 сантиметров. Через отверстие в панели задка вставляем приспособление и стапелем вытягиваем наружу поврежденные места. Делая натяжки, подрихтовываем, пытаясь помочь металлу выйти наружу. Но для того, чтобы отрихтовать и вытянуть пол, приходится открывать технологическое окно, чтобы можно было тисками взяться за пол. В свежих автомобилях металл достаточно хлипкий. Практически, чтобы отрихтовать какую-то деталь, браться нужно именно за нее. Потащив за панель задка, пол выпрямить практически нереально. Все рвется. Даже складки на полу приходится выпрямлять, каждый раз переставляя башню и перехватывая тисками в разные места. За одно подтягивание удается вытащить, как правило, только одну складку. И постоянно надо подрихтовывать, иначе рвутся заводские точки сварочные. Выпрямив пол багажника, поставив его в размер, накидываем бампер, проверяем зазоры. Стало понятно, что нужно чуть-чуть еще подтянуть верх панели задка, и можно будет закрывать технологическое окно. Но так как оно тоже пострадало в аварии, перед тем, как его закрывать, мы его вырихтовываем. Делая прихватку, простукиваем. Достаточно долгий такой процесс восстановления замятостей. Также привариваем детали, которые оторвались во время аварии. Место крепления бампера обвариваем, зачищаем.
и начинаем уже последнюю контрольную сборку. Накидываем фонари, ставим бампер, проверяем, легко ли закрывается крышка, одинаковые ли зазоры слева и справа. Убедившись, что все в норме, отправляем машину в малярку. Так машина выглядит после стапельных работ. А это уже конечный результат. Машина после покраски собранная, отполированная. Ровный зазор между крылом и дверью. Ровный прямой зазор между бампером и крылом. Фонари стоят одинаково. Одинаковый зазор слева и справа между крышкой багажника и бампером. Мы переходим к следующему автомобилю. А вы, если еще не подписались на наш канал, не забудьте это сделать. До новых встреч!